Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Царю Небесную, Тешкой, Духа истины, и Живездеса, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди в селе сены, и очистины от всяких скверны, спаси, Боже, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, и истинно небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, куда небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и тоже мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка, Господи, вседержители, исцеляй всякий дух и всякую язву. Сам, и сию, несть, рабу Твою. И исцели, восстави этот рак, от нея же лежит за нее по пророку Давиду, славези, беззаконие зачавшимся и скверни, и смы пред тобой. Сохрани сию, и сию, младенца, и широки попры, под кровь его твоей, от сегодняшнего дня даже до последнего, я же скучавшись, молитвами, пречистой Богородицы всех святых, я тебе благословен себе веки. Владыка Господи, Боже наш, дивися от пречистой Владычицы нашей Богородицы, присно Девы Марии, яко младенец в якции возлюби, яко дечись восприемли бы, сам и сию рабу Твою, Нину, и сих отрочав милуй, и проси вольно и невольно их и ее и грешения, и сохрани от всякого дьявольского мучительства, и из нея рожденных младенцев соблюди от всякого яда, от всякой лютости, от всякой бури сопротивления, духов кухару, дневных и ночных, сии же и соблюди поддержавной рукой Твоей, и дашь ей скорое восстание от скверной очисти и болезни цели, и здравия благомужной души же и телу дашь, и ангелам светлыми и сияющими с ее грози, и соблюди от всякого наития невидимых духов. И Господи, от недуга и слабости, от ревности и зависти, то честь присутствуй, помилуй и младенцев, повелицы милости Твоей и очисти от телесной скверны и от различных и от находящих Богу служений, и изведи скорой милостью Твоей, воскресенное ее тело в исправлении, и из неярожденных младенцев сподобие поклонитесь земному храму, его же уготовился, славословится имя Святому Твоему. Яко подобает Тебе всякой славе, чести, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да знаменуется свет лица Твоего на младенца. Да знаменуется крест единородного Сына Твоего в сердце и помышлении их, во еже бегать и суеты мира от всякого лукава навета вража, последуйте повеления Твоего. И дай, Господи, не отречену прибытия имени Твоему святому, в них совокупляем во время благопотребно святой Твоей церкви и совершаем страшным тайным Христа Твоего. Да по заповеди Твоим жительства сохрани печать нерушимых, получит блаженство избранных во Царстве Твоем. Благодатью человека любит, единородного Сына Твоего с ним же благословенности, с пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и великий Бог. Радуйся, благодатная Богородица Дева, из Тебе бы воссияй солнце правды Христос Бог. Просвещая сущим во тьме, веселись, и ты старший праведный, приемый в объятия, освободителя душ наших, дарующего нам воскресенье. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи, Боже Вседержитель, Отче Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное и бессловесное словом Твоим, создав и всяк несущий Твои живые приведы, Тебе молимся и Тебе просим, Твою волю спасовать их, работая мир, очисти от всякого греха, и от всех скверны, приходящих ко Святой Твоей Церкви, да не суждено сподобиться причаститься святых Твоих дар. И это благо человека любит Бога, и все Тебе славу воссылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От нее рожденная греха, благость Божия, освятите, разумных, уславутых и духовных. Якоси при верности показалось им свет чувственный, да умного сподобится свет. Во время ежепределились и сопричтутся святому Твоему стаду, единородным Твоим Сыном служи благословенности с пресвятым и благим и жетворящим Духом, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже наш, пришедший на спасение рода человеческого, приди и на работу Твою сию, Нину, подобие ее честным Твоим пресвитерством, ходом храма славы Твоя, мы ее скверную телесную, скверну душевную, в исполнении 4 творя ее достойное причащение святого тела и крови Христа Твоего. Яко святися, прославися, пречистое великолепное имя Твоего Отца, Отца и Сына, и Святого Духа, и Непресно, и Владыки Бога. Господи Боже наш, 40-й день младенца законному праву, принесенный от Марии Иисуса Брачья, и святые Твоей Матери, и на объятиях праведной смело носитесь из воли, сам Владыка Всесильный, принесенных всех младенцев, явитесь Тебе, всех Творцу, благослови, на всякое дело благое Тебе благоугодное возвести, отгоняя от них всякую сопротивную силу, знамени, воображения креста Твоего. Ты, боясь Господи, храняй младенца Господи, засподобится святого крещения и получит часть избранных в Царстве Твоего. Соблюдаем с нами благодать и святые единосущие неразделенные Троицы. Тебе поподобает всякой славы, честь и благодарение, поклонение с обезначаемым Отцем и Святым Благим и Жетворящим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Боже, очи Вседержителю, перегласным пророком Исаием, предвозвести бы нам, ежеде во воплощении единородного Твоего Сына и Бога нашего, еже в последние дни благоволения Твоим содействием Святого Духа, спасение ради нас, человека, безмерных благоутробием от необладенства и злой, и по обычаю в законе святом Твоем по исполнению дней очищения святилища принестись и претерпеть истинный законоположник Сын, и на объятиях правильно смело наноситься из Бога. Его же таинство преображение предречено в пророцы клеща угленные явления по знаку, его же умедерные подождания благодать удержит. Сам и ныне сохраняй младенцы Господа, благослови отращайся, купи с родителями и воспитывай. И дашь им всем получайтесь от закона и благоугодной и сопричтется святому Твоему стаду словесный крест, нарицающийся им Христа, яко ты еси вышли живы, на смиренный презирая Тебе славу, восславим Отцу и Сыну и Святому Духу, ты и пресно, и побей Тебе. Аминь. О имени Твоим, Господи, Боже, истины, единородного Твоего Сына, святого Твоего Духа, возлагай руку мою на младенца Твоего Сего. И младенца Твоего Сего Алексия, сподобшихся прикрепленника ко святому Твоему имени, и покров им Твои сохранитесь, оставят их ветхую оную прелесть, исполненные еже вся вера надежды и любви, да разумеет ли, как ты есть един Бог, истинный единородный Твой Сын Бог наш Иисус Христос, Святой Святой. Да, Господи, во всех заповедей Твоих хотите угодно Тебе сохранить. Я короче сотворить я человек будет, напиши в книзе животней, соедини их стадо наследия Твоего, да прославится имя Твое святое в них, возлюбленного Твоего Сына Господа нашего Иисуса Христа и животворящего Твоего Духа. Да будут очи Твои, взирающие на них милости, выного уши Твоею, еже услышали вас моления их, возвесели их теле рук их, и во всяком роде их, да исповедься Тебе, поклоняй славе, имя Твое великое пусть, и восхваляйте выну все дни живота Своего. Тебя попоется Сила Небесная, Твоя слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Запрещает себе дьявли Господь, пришеды мир, вселився в человеке, да разрушит Твое мучительство человек и измен, и же на древе сопротивной силы победит золото помежду земли поколебавшимся и гробом отверзающимся, и телесе святых восстающих, и же разруши смертью смертью, упразднить державу и душу и смерть, и сеешь Тебе дьявол. Запрещаю Тебе Богом, показавшим древо живота его и уставившим херувима, и пламенное оружие обращаясь на щиту запрещен будет. Он ему во Тебе запрещает, ходившим яко по суху на плечу морскую, запретившему бурю ветром его же зрение сушит бездны, и прещение расставится в горы. Той войны не запрещает Тебе нами, убойся и изыди, отступи от создания сил,
да не возвратившийся, не желтоившийся в них, ни жида срячь или действующий, ни в ночи, ни в один, ни в часе полудня, но отыдя в свой татар, даже в годон великом не судал. Бойся Бога, сидящего на херувимах, презирающего бездну, Его же трепещут ангелы, архангелы, престолы, господства, начало, власти, силы, многочитые херувимы и шестикрылатые серафимы. Их уже трепещут небо и земля, море и сия же их. И зыди отступи от запечатанных, новых избранных воинов Христа Божьего. Он бы тебе запрещает грешен, на хирурге, говоря Жанну и Сарагу, и зыди отступи от создания со всей силы бы и ангелы. Яко прославится имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и в любви к Богу. Аминь. Господу волю, Господу помилуй. Бог святый, страшный, славный во всех делях и крепости своей непостижимый и неисследимый Сын, то и предопределил бы тебе, дьяволе, вечные муки, томления нами, недостойными Его рубы, повелевая тебе, и все с поспешной твоей силой отступите от новозапечатанных воинов именем Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего, запрещаю тебе по силу правому, нечистому, скверному, омерзенному и чуждому духу силу Иисуса Христа, всякую власть мощную на небеси на земле, грешному глухому не Богу демону, и сыди от человека до них тому гнездишь в него. Отступи, познай твою суетную силу, не жена твоя власть мощную. Помяни повелевшего тебе по твоему прошению во стадо свиной в нити. Убойся Бога, Его же повелением земля на дорогу утвердись, создавшего небо, поставшую горы стадом удовлем мерим, положившего песок морю предел в этой земле истицу твердь. Прикасающиеся горам и дымятся, небольшой светом, ехризы, простершего небо, яко кожу, покрывающую водами премысленность своя, основающую землю на утверждение, а не преклонится во век век, призывающую воду морскую, проливающую на лице всея земли, и изыди отступи, а ты же ко святому посвящению готовящимся, запрещаю тебе спасительными страданиями Господа нашего Иисуса Христа, честным небу серым и кровью пришествием его страшным, приидет бы не за косницу не я всей земли, и тебе из поспешную твою силу, умучит гиене огненной, предав его тьму кромешную, и держи черни цепами, и огонь не угасай, як и держава Христа Бога нашего с Отцами Святым Духом, ныне присно и водите Бог. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Господи, самого Божия Израиля, исцеляй всяк недуг, всяк грязь, призри на младенцев твоих, Иоанна, Алексея, взыщи и от жени отступи от них, сидясь от дьявола. Запрети нечистым духом, и жени и очисти дело рук твоих, и острые твои употребимые действия сокруши сатану под ноги их вскоре, и дашь им победы на него и на нечистые его духи. Яко тебе милость получит, сподобится бессмертным и небесных твоих тайн, и славы тебе наслед. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Сын Владыка, сотвори ты человека по образу твоему, по подобию, и давай ему власть и жизнь вечную. Даже отпавшийся грехом непрезревый, но устроивая человечине Христа твоего спасения мира, самое создание сие, избавь от работы твоей вражды, прими в царство твое пренебесное, отверзи их очи мысленные, воежа заряди в них просвещение Евангелия твоего. Сопрези животу их ангела света, избавляющих от всякого навета сопротивляющих, от встречи неугадного, от демона полудина, от мечтаний духа. Лишени его всякого и сотвори, как час словесное стадо Христа Твоего. Будь честен церкви Твоей, чей сыны и наследники царства Твоего. Да по заповеди Твоего жительства сохрани печать нерушимую, соблюд ризу нескверную, получат блажен святых во царстве Твоем. Благодатью щедротами, человеколюбием, единородного Твоего Сына, с ним же благословенности, пресвятым благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отрекайся. Отрекся и сатаны. Отрекся. Отрекся. Отрекся и сатаны. Отрекся. Отрекся. Отрекся и сатаны.
Господу и просим Его покровительства. Сочетаешься ли со Христом? Люди, сочетаешься ли со Христом? Сочетаюсь. Сочетаешься ли со Христом? Сочетаюсь. Сочетался ли Си со Христом? Сочетался. Сочетался. И сейчас мы поставим и поклонитесь Ему. Скрадываем тексты. Знаете, да? Отец, Сын, Святой Дух, прочее единосущное существо одно, но не разделенное. Но не разделенное. Да? Поэтому, говорите, поклоняюсь Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущное, сейчас кто-то из крестных родителей должен прочитать символ веры. Символ веры – это молитва, в которой содержится вся наша христианская православная вера. То есть в Бога Отца, Сына и Святого Духа. Я когда сейчас вам прочитаю, вот, а вы внимательно послушайте. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Отца неба и земли, видимым всем и нижним. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и Отца рожденного прежде всего. Свет от света, Бога истина от Бога истина, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу и Отцу. Нас ради человека, нашего ради спасения, и воплотившегося от Духа Святой Земли, Владыка Вседержителю, Боже наш, призови младенца Твоих Иоанна и Алексея ко святому Преосвящению, сподоби их великие все благодати святого крещения, отреши их ветхость, обнови живот вечный, исполни их святого духа и силы в соединении Христа Твоего, да не к тому чада тела своих будут, но чада своего царства. Благоволение благодати единородного Твоего Сына с ним же благословенный си, пресвятым благим жатворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся, Господи. Вышний в мире спасение душ наших Господу, помолимся, Господи, помилуй. О мире всего мира, благостояние святых Божьих сердей и соединение всех Господи, помолимся, Господи, помилуй. О великом, о святем храме всем и с верой владу мовением и страхом Божьим, ходящих Твой, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, Господине нашем, Высокопреосвященнейшем Митрополите Иларионе, честнее Пресвитерстве во Христе Диаконстве, всем причте людям Господу, помолимся, Господи, помилуй. О первопрестольном граде нашем, всяком граде,
стране и веры, живущих не Господу, помолимся. Господи, помилуй. О богохранимой стране нашей, во стех и воинстве я, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О еже, светитесь в Одессе и силы действенные этим святого Духа, Господу помолимся, Господи помилуй. О еже, не спаслайтесь ей благодати и избавления, благословения данного Господу помолимся, Господи помилуй. О еже, прийти на будущее и частительно присущей Троице действию, Господу помолимся, Господи помилуй. О еже, просветитесь и нам просвещением разума благочисленно идем святого Духа Господу, помолимся, Господи, помилуй. О еже, достойно быть и недлинным царством, некрещаемым Алексию и Иоанну, Господу помолимся, Господи, помилуй. О еже, ныне приходящих ко святому просвещению и спасению, Господу помолимся, Господи, помилуй. О еже, показайтесь им Сыном Света, наследником вечных благ Господу, помолимся, Господи, помилуй. О еже, быть им сразным причастником смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу, помолимся, Господи, помилуй. О еже, сохранитесь им отдельно в течение вручения Духа Несмертных, день страшный Христа Бога нашего, Господу, помолимся, Господи, помилуй. О еже, быть им в Одессе и бане, и паки бытия, оставление грехов, одежды нетления, Господу помолимся, Господи помилуй. О еже, избавиться им же нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи помилуй. Заступи, спасибо, милуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим, Тебе, Господи. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благоутробный милостивый Бог, истязуй сердца и утробы тайны человеческой веры, един. Небо есть вечное и вредно пред Тобой, но вся нагая блажена пред очима Твоим. Веды ежи о мне, да не мерзишь меня, нежели лица Твоего тренишь от меня, но призри трезвым моим прегрешением в часе презирай человеку души по влиянию. И омый мою смерть, серьезно смертную шеду, и всего обе освети всесовершенную силу Твоей, невидимую и десницу духовную, да не свободу ими и возвещаю, но сию подавая веру совершенную, но не защищенного человека любит. Сам не раб греха не искусен буду, не владыка един благи человек любимый. Да не возвращусь я смирен, но не спасли мне силу с высоты Твоего, и укрепи меня службы прилежащего Твоего таинства великого пренебесного, и вообрази Христа Твоего входящим паки родителя моего покаянства, и назидай его на основании апостолов, пророков Твоих. Да не зложишь, но насади их, насади единственный воскресенье собора апостольской церкви, и да невозможнейший, я когда преступающим бывающими им во благочестии славится и теми все святое имя Отца и Сына Святой молится. Тебе притыша полные силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствует бездны, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают истоки. Ты простелся небо и кукурузу, Ты приделся землю на водах, Ты приделся море песком, Ты воздыхание воздух пролиялся, ангельские силы Тебе служат, архангельские лица Тебе кланяются. Многочитые херувимы шестикрылатые, серафимы окры, стоящие, облетающие страхом, неприступной славы Тебе покрываются. Ты во Бог Сын неописанный, безначальный и неизглаголный. Пришел, если на землю зрак раба прием, подобие человечества. И потерпел, если владыка милосердия ради милости Твоя, зреть от дьявола мучимого рода человечества. Но пришел, если и спасывайся нас, исповедуем благодать, проповедуем милость. Не таим благодеяние, естества нашего рода освободилась. Девственные осветилась утробы Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебе явшимся. Ты Бог вот наш, на земле явился, если есть человек и пожилось. Ты отдашься, что вы осветилась из небеси низкой славы, святаго Твоего Духа и главы, там отъездящийся сосушился с ней. Ты убой человека, любчий царю, приди и ныне, на их день. Святаго Твоего Духа и освети воды себя.
И оба человека любящи царю, прийди ныне на этим святаго Духа святим Божьим. Ты оба человека любящи царю, прийди ныне на этим святаго Духа. И освяти воды себя. И дашь мне благодать, избавление, благословение, Орданов, сотри нетление, источник, освящение, дар, грехов, разрешение, недугов, исцеление, демонов, всегубительства, сопротивным силам неприступных ангельских крепостей исполнил. Да бежат от нее ненавидующие создания Твои, яко имя Твое, Господи, преснородимое и славное, и страшно сопротивно. Да сокрушается под знаменем креста Твоего вся сопротивность от Твоего. Вся сопротивность. Владыку Господи, Божий Тесть нашим, сущим, как все земной, любицу послали, сущет матери и мучи, очи сей примирение, знамение спасения, еже от подоба благодати и таинства. Он им преобразил масличный плод и исполнение. Исполнение святых своих тайн, подавый тем и быв. В законе святого исполнительца, сущий в благих совершает. Сам, Господи, силы и деси на этим и святаго Твоего. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Благословен Бог, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, ныне и присни. Помазуется младенец в руке. Крещается младенец Божий во имя Отца. Достойно божественное освящение, жертвующим во святой воде и божественное освящение, жертвующим помазание. И же ныне благослови Батя родителей рабов, Твоих новых освященных, водой и духом вольных и невольных грехов, оставлением даровав. Сам Владыка Вседержитель благотворобный, даруй и печать тара святаго всесилу поклоняю Твой Дух, крещение святаго тела честного Твоего Христа Твоего. Сохрани в Твоем освящении, утверди в православной вере, избави от лукава и всех начинаний его. И спасительным Твоим страхом, чистоте и правде душу их соблюди. Да во всяком деле Свое благождай Тебе, Сын и Наследник, и Бог Небесного Твоего Царства. Яко Ты си Бог наш Бог, я же милый Тебе спасай, для славы Твоего Духа и дара Духа Святого. Аминь. Печать 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 дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Аминь. 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 Печать дара Духа Святого.
Аминь. И чай даже. Аминь. И чай даже. Аминь. И чай даже. Аминь. Елисова Христа, 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Елисова Христа, Христа, во Христа облекостися, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Елисова Христа, Христа, во Христа облекостися, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Елисова Христа, Христа, во Христа облекостися, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Братья, Елисова Христа Иисуса крестихомся, смерть Его крестихомся, с погребохомся и Богом крещением смерть. Дай-ка же восстав Христос от мертвых силою, славой очью, так и мы в обновлении жизни ходите начнем. Аще по сообразнее Богом подобию смерти Его Твое воскресенье будет. Все видящие, як и ветхий наш человек, с Ним распятся. Да упразднится тело грехов, як и к тому не работайте нам греху, умерь Его упразднится греха. Аще ли умрохом со Христом веру, як и живи будем с Ним. Видящий, як и Христос восстал от мертвых, тому уже не умирает, смерти мы к тому не обладает. Я живу в греху, мне единое живет, Бог и живет. Так и вы помышляете себе мертвым, чтобы быть греху живым животными. О Христе, Иисусе Господи нашем. И видишь Его, поклонившись Ему, обе живутся мне, что все присутствуют в жизни и благословят. Надеюсь, что ты так облажен в жизни на земле. Прежде научитесь советы и крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащих Христи Царь и заповедов Слово, и все отважные после дни, до скончания века. Не рушимы в них духовную печать благодати Твою соблюдает, милости им же нам бывает помноши дров Твои. Яко благословися, прославися, пречное великолепное имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресный Бог. Аминь. Владыка Господи наш, купили небесное священник, крещаем подавая, паки родивые работы и кровь просвященных Алексея и Иоанна, водой и духом вольных и невольных грехов в оставлении даровавы, возложи на них руку Твою державу, сохрани в силе Твоей благости, не крадом обручения сохрани, и сподобие в жизнь грехи Твоей Божьей. Яко ты освящение наше тебе славы ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресвятый. Оправдался Иси, просветился Иси, омылся Иси именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего, крестился, просветился, мира помазался Иси, очистился Иси, крестился, омылся Иси во имя Отца. Оправдался и просветился и омылся и имени Господа нашего Иисуса Христа и Духом, Духом Бога нашего. Крестился и си, омылся и просветился и си, очистился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодарим Тебя, изведа художника, сам Владыка, сосудом избрания Твоего апостола Павла, заповедуй нам вся в славу Твоей творите, пришедших младенцев Алексия и Иоанна, власы главы, начаток сотворите, стрящи гласы, власы своя, благослови в путь их с восприемника, и даже с возможностью и благоугодными. Я хочу быть человеком и без Бога, если Тебе слава, слава, Отцу, Сыну, Святому Духу, да не будет. Господи Боже наш, ты становись супернику благодати святивой вся, верующих, благослови настоящих младенцев, и на главу их благословение Твое доснит.
Яко же благословилось и пророком Самуила Давида царя. Благослови рабов твоих пред Иоанна Алексея, Духом Твоим святым. Я когда преуспеваю возрастами, сединными старости, славу Тебе возле и увидят благовесную сеть ниже живота своего. Яко подобает Тебе всякой славы, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки. Бог. Как и милостивый человек любит Бога, и все тебе славу восславит, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот составляется Владимир Божий Иоанн. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший херувим и славнейший без сравнения с родным изъяснением Бога Слово, что сущий Богородица Тебя величает. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Господи, помилуй, благослови. Иже во Иордане креститесь весь боль нашего ради спасения, Христос, истинный Бог. Молитвами пречистая Своя Матерь, и славный серфальных апостолов, силой честного Человека Христа, представьте честных небесных сил и свободных, честного славного пророка,